Моя задача держать оборону, задача моей роты держать оборону. Каждый подчиненный солдат мой знает свою задачу, свой сектор стрельбы. Получил орден мужества за взятие населенного пункта. Когда заходили, на тот момент противника было около 120 человек. Они покинули свои позиции. Бой был на протяжении, наверное, часа-полтора. Спасибо родителям за то, что, как говорится, такого меня сделали. Как бы вот так. Родители все гордятся. Ждут. Всех нас ждут.